И всем привет, с вами я Александр Сучков, и в этом видеоролике я опять играю в Warface. Но, стойте, стойте, не уходите и не переключайте дальше видеоролик. Пожалуйста, обратите внимание на надпись там. Подпишитесь, пожалуйста, на канал вот прямо сейчас. Сверните видеоролик, нажмите лайк и подписаться. Ну, такая кнопочка, ну там подписаться написано. Нажмите, пожалуйста, ее, я буду очень рад. Пожалуйста, вот это моя просьба, это я этого хочу, чтобы вы поставили подписаться. А если вы уже подписаны, то не нажимайте эту кнопочку, а то еще отпишитесь, и тогда будет не круто. Ладно, что ж, мы начинаем играть нашу игру. Мы опять играем в ледокол. Вы не поверите, но мы опять играем в ледокол. Так, сначала давайте на склад зайдем. Что здесь подменю? Ладно. Что я тут буду подменять-то? Все вроде нормально. Ну почти. Ладно, не важно. Нормально. Сойдет. Топ или это? А ну похуй. Так, ледокол. За штурмовика. Сейчас буду тащить. Я вам говорю, все, что вам надо сделать, это сейчас, это всего лишь подписаться. Пока что можете не ставить на паузу видеоролик. Просто сверните сейчас видеоролик и нажмите на кнопку подписаться. Все. Пока что я ищу игру, а именно карту Ледокол. Вот я уже ее нашел. Точнее, за меня игра уже ее нашла. И так, что я могу делать еще? А, вот да. Тащим, тащим, тащим. Тихо. Залазим. А, залез-то я не могу. А, могу. Нет, не могу. Странно. Ладно. Я не знаю, как делать так, ну ладно. Похрен. Опа. Опа. Ой, нет, упал, ладно. Так. Окей. Мы начинаем. Так, еще мед. Надеюсь, что никто из этой игры не уйдет. Ну, точнее, я так хочу, чтобы никто не уходил. Потому что тогда, когда я один тащил этот ледокол, я на вертолете на этом, который там был, я немного... Ну, я слил катку, да. Вы сейчас скажете, ну, бас, ты постоянно сливаешь катки, почему? Вот почему ты постоянно сливаешься, почему ты не можешь затащить один? Ты не можешь просто победить один без команды. Я вам скажу так. То, что просто не хочу. Ладно. У нас в команде есть один снайпер. Почему-то все ранги, которые там такие вот огромные, я так скажу, потому что для меня они огромные, да. Огромные ранги, они почему-то постоянно берут снайпера. Хотя они могли бы взять... того же штурмовика, давать патроны, помогать нашей команде. Почему они берут снайпера? Мы что, обязаны им давать патроны? Ну, хотя да. До контрольной точки мы обязаны это делать. Потому что командная игра. Тимплей, ребят. Ну что ж. Ладно. Hellblade тоже будет. А, у него ранг маленький. Да ладно, у меня команда сливальщиков. Короче, два меда, которые сольются точно. Вот мы только выбежим, они сразу вот эти два сольются, вот точно, вот я вам отвечаю, вот именно вот эти вот два игрока, вот эти вот два, они сольются точно. Вот я вам просто отвечаю, я вам честно говорю, вот именно они сольются. Сольется, наверное, этот, потому что он one sleeve, наверное, там, ну, возможно, у него не one sleeve, возможно, у него там будет... там вот это вот знак возрождения, но я не знаю. У меня он один. Ладно. Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Тихо. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов и реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете, она будет следовать за перекрестием прицела. Могу
очень все. Очень странно. А, почему не я? Еще вертушки. Сбейте их. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие. Типа у меня один остался, пусть он останется. Нифига. А чё, чё, чё? Сейчас сюда. Слился уже один. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Контрольная точка. Боезапас пополнен и грани разрешены. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет шахт. Я уверен, что еще буду. Я почему так уверен? Ай-яй. Давай, давай. Тихо. Наверное, можно здесь взять все-таки патроны. Хоть бы не подорваться здесь. Здесь уже слились почти все. Твою мать. Какие они есть, слушаем. Так. Тише, тише, тише. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Твою мать. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Ну, один слился уже, медик. Сейчас сюда выходит, ну ладно. Так, сбор. Так, тихо. Опа, все, мозголом, круто. Без проблем вообще. На первом месте, смотрите, где-то капсулы с турелями уязвимы в полете. Вообще идеально. Так, ладно, мочим их. Дайте там патроны, чел. Да пошел. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Меня мочит. Ребят. Это все слив, это слив. Сливаемся все. И сливаемся. Турели, сбейте их как можно быстрее. Сюда, патроны, сюда. А что, я один, что ли? Ах ты, блин. Ах ты, твою мать. Уйди отсюда, блин. Тихо, блин. Куда ты их деваешь-то? Нормально здесь. Все, есть у нас. Берем. Так.
идеально. Вообще кошерненько, кошерно, кошерно, внимание! Ребят. С корабля запущены капсулы с турелями. Бейте их, пока они не приземлились. Ай-яй-яй. Я не понимаю. Черт. Теперь пора разобраться. Сливает катку, ребят. Хватайте гранатометы. Так, все чисто, нормально. Ребята. Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Хочу себе эти штуки, ладно. А за это дадут очки вообще какие-то? Точно цель! Выбирайтесь оттуда! Ой, я убил стрелка! Смотри, как круто! Активируй! Я первый. Ждем. Ладно, круто, круто, круто. Я второе место, но я без смертей. Это круто. Где он, блин? Ну! Один килл! Серьезно? Да ладно! Давай, 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 давай. Ты... А, сюда нельзя? Так. Медленнее. А то проиграю. Давайте. Давайте норм. Значит, да. Цель Blackwood. Боже. Это 10-миллионный город. Тихо. Они обвинят вас, что нации устроят глобальный мировой кризис. Так, мы должны понял. Взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это о, один из сломанных сейчас, терминалов, ладно. Перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Понятно, а что, есть? А, нет, уже ушел один. Ладно, понятно. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Давай, давай, он давай. Отвечает за протоколы давай. Запуска ракет. Так. Так. Окей. Так. Окей. Так. 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 Никому вроде не надо. Так. Мне нужно прикрытие. Да достал. Ай-яй-яй, сейчас солью, сейчас солью. Я не сливальщик. Не люблю сливать. Я не сливаю катку. Я не сливаю катку, понятно, ребят? Я не люблю сливать катки. Граната! Пошли. Где, блин? Иди сюда. Ну все, слил. Пойди один тащу, ребят. Нет, не один. Есть. Так.
нас трое, все. Мы не пройдем. Я не солил, нормально все. Только если ты солишь. Блэквуд обратили наши охранные назад. Системы против нас. Придется Дебил, уничтожать назад. Твои турели. Назад. Тревогу бить, повторяю. Тревогу бить. Так. Так, поселись. Так, прыги. Да ты, блин, да ты сиди. Сядь. Чел. Но кое о чем забыли. Правильно. Вентиляционные шахты. Ах ты черт. Понятно. Я бы смог сам. Тише. Ты что, легенда слива, что ли? Легендарный сливальщик, давай. Так.
чел, тебе патроны нужны? Не, у тебя есть. ЦЗ-шки. Не мы тащим, смотри. Только я вообще без смертей. Тихо, тихо. Там! Миллионы людей обязаны вам своими жизнями. Но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Никого. Ну, зато Blackwood теперь не смогут обвинить нас тихо, в своем тихо, чудовищном чел, преступлении. Атака Blackwood потише, а нам еще этот самолет. Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться. Но от этого он становится только опаснее. Теперь Blackwood не остановится ни перед чем. Тихо, пошли. Вот, мёртв. Идём дальше. Я не сливаюсь, не сливаюсь. Нет. Докажи. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. А, нормально. Мы потеряли связь с главной базой. Отправляйтесь в радиобункер. Они не промахнулись. Это мины. Весь сектор только что превратился в большое минное поле. Блин. Охренеть. Тихо-тихо-тихо! Твою мать. Фух. Чёрт! Есть. No sleep. Внимание! Blackwood отправили в бой экспериментальный вертолёт. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Так, ладно. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Макула 226 на позиции. Конец связи. Отслеживаю множество целей. Готов открыть огонь. Макула 211. Вступаю в бой. Черт, слился!
еще живой. Ладно. Да почему он не летел туда, куда надо? Черт! Все, я слив. Я слился, все. Все, one слив. One слив. Все, я слив. Я слился, все. Слился, я слился. Так позорно слился еще. Ну как я слился, это вообще. Это позор. Я не попаду. Тихо, блин. Да почему я такой косорыл это, блин? Есть! Поти ты в него, блин. Огонь по цели, принял. Тихо. Чел, чел, чел. Блин. Я убил стрелка. Тихо, блин, тихо. Тихо, 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 тихо. Давай. Есть. Нет, не то, ну ладно. Сойдет. Молодец, братиш. А ты что, тащил, что ли? Я, блин, слился, блин, один раз. Твою мать. Ну ладно, это не важно. Важно то, что мы живы. И это главное, похрен. Речка противника в небе. Бейте ее. Мы позиции, как поняли. Я сильно поврежден, повторяю, я сильно поврежден. Совершаю маневр. Тихо, блин. Нету. А что там делать? Что там как? Попадание! Можно прикрыть огнем! Давай еще! Есть! Восстановлена. Пытаюсь связаться с главной базой. Мы генерал Уортон. Нужна ваша помощь. Ракета больше не представляет угрозы, но мы потеряли связь с другой командой. Отправляйтесь во вторую шахту и проясните ситуацию. Конец связи. Чел, 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 как там? Патроны есть? Подожди, подожди. Че, патроны есть у тебя? Пошли. Твою мать. Сливай. Я на улице. Твою мать. Нет, 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 ну только не сейчас. Нет, пожалуйста. Твою мать, нет. Я прошу. Блин. Почему? Почему она не отвечает? Охренеть. Охренеть. Почему? Блин. Мы столько долго к этому шли, и мы просто вот... Охренеть. Ну, слили катку, все. Это бесполезно. Все. У меня вот тут возникла проблемная ошибка при прекращении работы программы. Все.
Все. Все, никак. Ошибка. Слился я, короче. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Бас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.